Оторванные бампера машины, застрявшие во льду колеса. Из-за глубоких луж, колеи и наледи по дороге на улице Агрономической в микрорайоне Зиновы невозможно ездить и ходить. А это почти единственный путь в город. Проблему уже несколько месяцев не может решить ни администрация, ни компания-застройщик. А ведь виноваты оказались последние. Выехать из микрорайона Зиново в город можно только по двум дорогам. Через улицу Современную в часы пик проехать крайне сложно из-за больших пробок. А вот улица Агрономическая этим не страдает, ведь по ней вообще невозможно ездить. Из местного колодца в Зиновых на проезжую часть Агрономической уже несколько месяцев вытекает вода. Она буквально подмывает толщу льда, которой покрыта дорога. Из-за этого во льду появились огромные трещины. В них застревают автомобили, водители теряют здесь колеса и бампера. Господа автолюбители, все это наши с вами налоги, заплаченные за дороги. Это наши с вами слезы. Все они вот здесь лежат. Мы видим, как администрация ухаживает за дорогами. Мало ли что случится, ни одна спасательная служба просто-напросто не доедет до Слободы-Зиново. А дорога в Слободу-Зиново идет одна единственная. Активисты Общероссийского народного фронта обратились с данной проблемой в администрацию города. Выяснилось, что вода образуется в системе ливневой канализации. Изначально ее установила компания-застройщик, которая возводила новые дома. Систему канализации городской сети не подключили. Администрация поручила компании-застройщику разобраться в сложившейся ситуации и установить, откуда происходит утечка. К сожалению, до настоящего времени ничего не сделано, и вода продолжает бежать, а страдают в конечном итоге жители данного микрорайона. Напомним, в домах, жители которых несколько месяцев испытывают сложности с выездом из своего района, проживает порядка 100 человек.